Здравствуйте. В эфире «События недели». На этой неделе во Дворце культуры Черкесска торжественно открыли год семьи с участием десятков супружеских пар Карачаево-Черкесии. Таким образом, наша республика вслед за федеральным центром дала старт году семьи. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мыхце. Карачаево-Черкесия – регион, где тепло семейного очага, сохранение традиций, преемственность поколений – не пустые слова. Размещенная в фойе Дворца культуры «Черкесская экспозиция» демонстрирует, насколько важной для авторов произведения является тема семьи. В нашей республике старт тематическому году был дан в торжественной обстановке при участии представителей власти и нескольких десятков семейных пар. У них, представителей разных поколений, есть одна общая черта – бережное отношение к тем, кто дорог и любим. А это, в свою очередь, может служить примером для остальных. Не случайно, что некоторые супружеские пары были отмечены на региональном уровне, в их числе и семья Байрамкуловых, где растут 5 детей. Семья – это все. Это и отдых, и это и лечение, и все. Ну. Супруга, вот несколько слов о ней. Как вы познакомились? С супругами познакомились у нас в районе, мы как бы местные. Она тоже, я ее увидел, понравилась. Ну, как дальше уже общались. Вот. Пообещала мне 5 детей родить, я и женился на ней. С юмором относиться ко многому ценное качество. Умение находить компромиссы, поддерживать друг друга в любой ситуации. Все это как нельзя кстати подходит каждой приглашенной в зал паре. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов отметил, что на федеральном и региональном уровне делается очень многое для сохранения семейных ценностей. В нашем регионе живут крепкие, дружные семьи, и хочется, чтобы их становилось больше. Уверен, что год семьи, масштабная государственная поддержка, правильная демографическая политика, реализация проектов по строительству социальной инфраструктуры, благоустройство населенных пунктов помогут нам приумножить их число и сделать жизнь наших жителей более качественной и комфортной. В этот день во Дворце культуры было несколько супружеских пар, которые лишь недавно приняли ответственное решение. Во-первых, поздравляю с недавно измененным статусом, семейным положением. Вот наверняка это важно, иметь семью, вот где как свой очаг, свой тыл, защита. Да, как бы пафосно это ни звучало, но каждый человек рождается на земле, чтобы продолжить свой род. И это очень важно не только для нас, но и для всех поколений, которые были до нас. Они делали все для того, чтобы мы имели такую возможность. На сцене прошла передача символического огня очага от супружеской пары с многолетним стажем новичкам в семейной жизни. Долгих вам лет счастливой семейной жизни. Спасибо. И я вручаю вам символ огня очага, семейного очага. Спасибо. Мира. Валерия и Виктория, вам слово. От имени всех молодых супружеских пар Карачаева-Черкесии мы обещаем пронести через всю жизнь и передать будущим поколениям любовь к родному очагу. Тематики нынешнего года в какой-то мере были посвящены и прозвучавшие в этот день произведения. Артур Мухце, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В нынешнем году специалисты по лицензионно-разрешительной работе отмечают 55-летие своей службы. Об истории ее создания в стране и регионе рассказал нам заместитель начальника управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Эдуард Чумаев. Сегодня у нас 100-я рубрика «В гостях у Росгвардии», и в рамках этой рубрики мы пришли в гости к вам, к заместителю начальника управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике Эдуарду Ансаровичу Чумаеву. Плюс вы являетесь руководителем Центра лицензионно-разрешительной работы. И вот хотелось бы узнать о том, об истории создания, о пути вот вашего подразделения, которому в этом году исполняется 55 лет. В 69-м году был Советский Союз. То есть до этого понятие разрешительной деятельности, оно было, и выдавались, как вы сами понимаете,
какие-то разрешительные документы, как и наградное оружие, и охотничье. Но данной деятельностью в Министерстве внутренних дел Советского Союза занимались различные подразделения, то есть начиная, как вы помните, был всем известный ОБХСС, и участковые и так далее. В 1969 году в Министерстве внутренних дел Советского Союза было создано подразделение, отдел, именно который занимался лицензионно-разрешительной деятельностью. Я хотел бы немного остановиться на истории именно нашего подразделения. Хорошо. В советское время в подразделении лицензионно-разрешительной работы на уровне министерства была группа, которая состояла из двух человек. В дальнейшем, в 1999 году, было создано первое отделение организации деятельности подразделения лицензионно-разрешительной работы. И первым руководителем был Левченко Владимир Алексеевич. В дальнейшем руководителем этого подразделения был Путвинов Александр Максимович. С 2008 года, то есть в различных формах, то есть начиная отделение лицензионно-разрешительной работы, в дальнейшем которая была преобразована в Центр лицензионно-разрешительной работы. Потом мы с Министерства внутренних дел перешли в Росгвардию. Данную службу возглавляю я. После развала Советского Союза и на сегодняшний день очень много ведется работы именно в законодательном плане. Естественно, раньше, чтобы вам было понятно, все регулировали приказы внутренних дел. Там приказ, грубо говоря, на 20 страницах определял все правила, понимаете, оборот оружия. А на сегодняшний день вряд ли на 20 страницах можно даже название нормативно-правовых актов перечислить. Получить гражданин имеет тот, кто не имеет медицинских противопоказаний. Сейчас спектр по судимости так он увеличен, то есть если ранее было, то есть наличие судимости за совершение умышленного преступления непогашенное, а также совершение особо тяжких преступлений с применением оружия. Сейчас этот спектр увеличен, то есть тут наличие две судимости дает право никогда не получать разрешение. Наличие судимости, погашенное или снятое, не имеет значения в области оборота оружия. Далее, лица, совершившие уже средней тяжести преступления с применением оружия и, естественно, тяжкое, особо тяжкое. То есть спектр в этом плане увеличен, то есть те лица, которые не могут по жизни получать. Естественно, во время владения оружием, если он получает такого рода наказание, он в дальнейшем не имеет права приобретать оружие. Далее есть категория лиц, отбывающих наказание, которые не имеют права. То есть человек является владельцем оружия сегодня, а завтра он, я как уже говорил, получил условный срок, реальное лишение свободы, либо исправ работы, там виды наказания в уголовном праве разные, и лицо, отбывающее наказание, которое даже не находится в местах лишения свободы, он не имеет права владеть оружием. Далее, лица, совершившие повторно в течение года административное правонарушение, посягающиеся на общественный порядок, порядок управления, общественную безопасность, они также лишаются права владения оружием. Кроме того, еще есть нововведение в плане того, что лица, совершившие административное правонарушение, за которое наказание следует административный арест. Если статья это предусматривает, а человеку даже эту не применили данный род наказания, условно там штраф или арест,
он также подлежит аннулированию. Бытует мнение, что какая свадьба может обойтись без стрельбы? Особенно вот кавказская свадьба, где там какие-то старые традиции, видимо. Но это опасно. Это вокруг много людей. Я как уже говорил неоднократно об этом, заострял внимание владельцев оружия. На мой взгляд, лично, это пережиток средневековья. Сейчас общество, на мой взгляд, находится на другом уровне развития вообще, чем сейчас никого ничем этими вещами не удивишь. Если у нас сейчас время другое, общество другое, и для чего это нужно, честно говоря, как человек я не понимаю. Пользуясь, как говорится, случаями возможности, хочу поздравить наших всех и как руководство центрального аппарата в лице Маликова Анатолия Анатольевича, Дышекова Азамата Заудиновича, который также работает в центральном аппарате, весь личный состав наш, с наступающим праздником. Главное, всем хочу пожелать мира, добра, благополучия, удачи. Сейчас реклама, после продолжим. Современная хирургия катаракты и глаукомы в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полису ОМС. Ессентуки, Гоголя 80. Пятигорский государственный университет приглашает абитуриентов и их родителей на день открытых дверей по программам высшего и среднего профессионального образования. Не упустите шанс лично посмотреть университет и пообщаться с его руководителями. Приходите 17 февраля по адресу город Пятигорск, проспект Калинина 9. Регистрация в 9:30. Хирургия катаракты. Любой сложности в клинике глазной хирургии доктора Крылова «Окулюс Арт». Даваторцев 39А, 43, 73, 87. Ты наследник Великой Победы. Ты человек, в чьих жилах течет кровь солдата и победителя. Ты защитник и единственная надежда на будущее. Ты знаешь, что нужно делать. Приходи служить в Росгвардию. Росгвардия. Мы люди, защищающие людей. Деятельность кредитных и микрофинансовых организаций будет теперь контролировать Управление Федеральной службы судебных приставов. С 1 февраля вступил в силу федеральный закон, который наделил судебных приставов новыми контрольно-надзорными полномочиями, которые распространяются на деятельность кредитных и микрофинансовых организаций в части осуществления ими деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц. На банки и микрофинансовые организации будут распространяться обязательные требования, связанные с необходимостью иметь специальное оборудование и программное обеспечение, необходимые для записи и хранения информации о фактах взаимодействия с гражданами в ходе просроченной задолженности. Также указанные организации будут обязаны в течение 3 лет хранить документы и информацию, касающуюся профессиональной деятельности. В соответствии с федеральным законом предусмотрены новые способы взаимодействия с должниками по вопросам возврата просроченной задолженности. ПС гражданами может взаимодействовать робот-коллектор. Это специальная программа, автоматизированный интеллектуальный агент сможет вести диалог с должником без личного участия представителя организации. Такой способ общения будет приравниваться к непосредственному взаимодействию с должником, и на робота-коллектора будут распространяться временные и количественные ограничения, предусмотренные законодательством. Переговоры с использованием автоматизированного интеллектуального агента должны записываться. Кроме того, алгоритм использования робота-коллектора должен предусматривать по требованию должника возможность переключения на сотрудника организации. Еще одним способом взаимодействия с гражданами станет направление сообщений
должникам через портал госуслуг. Этот способ приравнивается электронным сообщением. Для такого порядка общения потребуется, чтобы программное обеспечение коллекторской, кредитной или микрофинансовой организации было подключено к порталу госуслуг. 8 февраля был День российской науки. Памятная дата касается всех, кто связал свою жизнь с научной или исследовательской деятельностью. Это академики, научные работники, профессоры и студенты. Научными сотрудниками Карачаево-Черкесии Института гуманитарных исследований завершаются исследования на тему «Язык нарского эпоса». И над первым сводом фольклора Карачаево-Черкесии много новых фактов, ранее неизвестных в истории нагайцев, собранные для нового издания. С деятелями науки встретилась Алла Динаева. Изучение историко-культурного наследия и духовно-интеллектуального потенциала народов республики – цель деятельности Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований. На сегодняшний день в нашем институте функционирует 8 отделов, 46 научных сотрудников в области интересов и исследованиями являются история, этнология, языки народов Карачаево-Черкесии, культура и искусство народов Карачаево-Черкесии, фольклор. Я хотел бы обозначить еще одну позицию, что наши сотрудники пишут не только на русском языке, но и на языках народов Карачаево-Черкесии. Книга о старых изданиях на туркменском языке в реферативном журнале лучших монографических исследований Советского Союза кардинально изменила жизнь Аминат Курмансиитовой. Прочитав ее, она решила найти ногайские арабописьменные книги. Так и начался ее путь в науке, а сегодня за плечами кандидата исторических наук Аминат Хасановны немало научных работ. Сейчас ее исследования посвящены ногайцам Северного Кавказа в период Кавказской войны и истории ногайско-русских отношений до вхождения в состав России и в составе России. В настоящее время я работаю с архивом, главным архивом наместника Кавказа. Она посвящена ногайцам Северного Кавказа в период Кавказской войны. В ходе исследования я рассматриваю историю ногайско-русских отношений до вхождения в состав России, в составе России, рассматриваю положение социальное и политическое ногайцев Северного Кавказа в период Кавказской войны, ведение институтов государственного управления Российской империи на территории проживания народов Карачаево-Черкесии, в данном случае ногайцев Северного Кавказа, институты приставств, обряды принесения присяги на верноподданство России, многократные причем, и их нарушения, почему они происходили. Что изменилось с вхождением в состав России? Что дало нам вхождение в состав России? И другие, и политические, и экономические взаимосвязи с Россией и с народами Северного Кавказа. Я в науку пришла довольно поздно. Я работала в Ставропольском пединституте за информационно-библиографическим отделом. И вся информация о новых книгах проходила через мои руки. Я когда увидела реферативный журнал о новых книгах, а там печатали рефераты на лучшие монографические исследования Советского Союза, я увидела книгу Алмаза Гизбердыева о старых книгах на туркменском языке. Надо найти ногайские арабописьменные книги. И вот эта тема меня, ногайской арабописьменной книги, ее бытование заинтересовало. А это уже причинно-следственные связи надо установить. А почему арабописьменная книга, почему не другая письменность? Значит, приняли ислам, приняли исламское письмо, арабское письмо. Вот это меня сподвигло, и я начала эту тему самостоятельно изучать, выезжать в свой библиотечный отпуск в Ленинград, в архиве работать, в библиотеке сидеть, в публичке сейчас, Национальная библиотека называется, тогда публичная библиотека Салтыкова-Щедрина. Я свой отпуск сидела там лет 5 или 6, собрала материал, а потом уже постаралась стать научным сотрудником и начать писать.
В Карачаево-Черкесском институте гуманитарных исследований работает отдел социально-политических исследований, который сотрудничает с администрацией главы и выполняет госзадания в области политологии и социологии. Думаю, что уровень развитости науки служит одним из основных таких показателей развития общества. А также это, наверное, показатель и современного развития государства, страны, республики. 35 лет исполняется в этом году, как Людмила Хужева работает в Институте гуманитарных исследований. Свой весомый вклад в сохранение национальных языков вносят 5 научных сотрудников отдела кабардино-черкесского и абазинского языков. У нас в обществе, как мы знаем, происходят общественно-политические, социальные, культурные жизни народов очень много изменений. Эти изменения отражаются именно на лексике национальных языков. Поэтому мы всегда берем свои темы для исследования именно что касается лексики, потому что в язык приходят новые слова с этими изменениями. Эти слова обогащают наши языки, но вместе с тем собственные слова уходят в пассивный словарь. А из пассивного словаря, к сожалению, они становятся архаическими. Для этого, чтобы это не происходило, мы свои исследования посвящаем. Вот, например, у меня есть лексика, названия народных игр, функционально-семантическая характеристика бытовой лексики. Есть словари у нас двуязычные, топонимические, антропонимические. Географические словари составляются, чтобы именно слова собственные не исчезли. Мы, как знаем, естественно, пока жив язык, жив и народ. Вот мы, например, вот до последнего убыха существовал убыхский язык. Вот он единственный остался носителем убыхского языка, но он умер и народ исчез. Чтобы этого не случилось, вся наша работа посвящается сохранению и развитию наших национальных языков. Еще одно важное направление в деятельности института – это отдел фольклора в Карачаево-Черкесии. Ольга Гудимова работает здесь со дня основания этого отдела с 1994 года. Я работала непосредственно с Артабаевой Римой Евгеньевной, она была заведующей нашим отделом первым. Работала с Икалиевым Ашимом Имамазимовичем. Это глыбы. Это на самом деле глыбы, с которых начиналось изучение фольклора именно нашей Карачаево-Черкесии. Вы знаете, вообще фольклор – это очень интересная наука, потому что фольклор – это сопровождает всю жизнь человека, начиная с рождения, и с рождения – это колыбельные песни, и заканчивая смертью – это похоронные причитания. Поэтому я считаю, что фольклор – это основа традиционной культуры. Это основа традиционной культуры и основа языка. С чего начинается язык? Вообще, вот вербальная визуализация мира начинается прежде всего с фольклора. Поются колыбельные песни, определенные мелодии. И даже ученые считают, что начиная с мелодии, менталитет народа закладывается. Менталитет народа закладывается. Вот я помню просто свое. Я помню свое детство с того, что бабушка мне рассказывает сказки. Коза Дереза, Репка, Волк и семеро козлят. Это вот это сказки, с которых начиналось мое детство. В свое время у нас уже вышли такие книги, как «Пословицы и поговорки народов Карачаево-Черкесии», «Загадки народов республики», а сейчас у 8 научных сотрудников отдела очень большая и ответственная работа. Это первый свод фольклора Карачаево-Черкесии, куда войдут малые жанры каждого народа республики, рассказывает Ольга Гудимова. Заведующая отделом карачаево-балкарского и ногайского языков института, доктор филологических наук Фатимат Эркенова, сейчас научные исследования проводит на тему «Язык нардского эпоса». Исследовать сугубо оттуда и именно исконно карачаево-балкарский нардский эпос, языковой материал, устаревшие слова, омонимы, антропонимы – это очень тяжелая тема. Я сейчас уже заканчиваю эту работу. И
получаю от богатства, вот оставшийся от древних наших предков язык, читая работу, книгу Нардского эпоса, получаю огромное наслаждение. Еще раз, наследие, фольклор, что нам предки оставили, богатый материал и фольклорный, и богатый язык. Это говорит о ментальном коде каждого народа. Мечта какая у вас у всех? У нас, у научных сотрудников нашего института, и лично моя мечта – более пристальное отношение к трудам наших научных сотрудников и иметь свое отдельное здание, отдельные кабинеты. На сегодняшний день на Северном Кавказе единственный научно-исследовательский институт, который не имеет своего здания. Вот о чем мы мечтаем. Научная статья Фатимат Эркенова сейчас выходит в печать в одной из газет Турции. Ее книгу «Карачаево-Балкарская зоонимия» переводят на турецкий язык. Заслуженный деятель науки Карачаево-Черкесии Фатимат Пахаратовна, автор более 10 книг, а за издание «Орнитонимия» в карачаево-балкарском языке в 2023 году она награждена медалью Исламбея Крымшамхалова. В Карачаево-Черкесском научно-исследовательском институте работали и занимались исследовательской деятельностью ученые, оставившие за собой фундаментальные исследования. Их имена известны не только в нашем регионе, а сегодня по их пути следуют нынешние молодые ученые. Коллегам, конечно, для научного сообщества, для наших сотрудников в их нелегком труде хотелось бы сказать, чтобы крепкого здоровья пожелать, творческих успехов, новых начинаний. Развитие этой сферы деятельности важно, ведь наука – это путь в будущее. Алла Динаева, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. За Россию. По таким названиям прошел концерт Селя Куржинова, который подготовили гости из Краснодарского края. Вторая средняя школа из Куржинова и четвертая из Лабинска являются побратимами и ездят друг к другу в гости, показывая свои достижения и проводя совместные акции. На концерте побывал Али Баташев. Легендарную «Катюшу» исполнил коллектив «Созвучие», а стихотворение Олега Милявского, где солдат завещает потомкам любить Россию, с чувством продекламировала Полина Кондратова из творческого объединения «Образ». Когда вся Россия надела шинели, нередко бывало, солдат вспоминал и белые рощи, и ливни косые, и мысленно детям своим завещал: «Любите Россию, любите Россию, Россию, которую я защищал». Что тебя больше всего тронуло в этих строчках? Меня больше всего тронуло, что он завещает своим детям, чтобы они любили Россию, которую он сам защищал. А для тебя что такое Россия? Россия – это, мой родной дом, в котором я родилась. Все номера концертной программы были подготовлены воспитанниками и педагогами Дома детского творчества имени Дмитрия Шервашидзе из Лабинска. Они приехали вместе с учащимися школы номер 4 Лабинска, которая является побратимом Куржиновской средней школы номер 2. Хореограф Диана Климашевская исполнила танец «Колыбельная» в память о всех матерях и детях, испытавших на себе тяготы и лишения Великой Отечественной войны. Образ матери, заботящейся о своем ребенке, трогает сердца множества людей по всему миру, поэтому всегда актуален, считает Диана. Танцы ценятся, и надо их всегда выставлять везде, я считаю. Потому что это наша история, и без этого никуда, без таких танцев. Они каждого за душу берут. Юные артисты творческого объединения «Импульс» дружно танцевали под песню «Аист на крыше», а педагог Мария Карачкова очаровала зрителей русским национальным костюмом и песней «За Святую Русь помолюсь». Зрителям был представлен видеоролик «Святые воины Руси», рассказывающий о героических страницах истории страны, а также стихи, песни и танцы, посвященные России и ее многонациональному народу. Подобные мероприятия, подобное сближение вот в таком юном возрасте
конечно же, несет только добрые плоды. Это сближение народов, это сближение детей. Это самое верное и самое правильное, что может быть на пути воспитания, воспитания патриотизма. Это знакомство детей, это дружба. Я думаю, та дружба, которая закладывается в детские годы, я думаю, возможно, что она и сохранится в дальнейшей во взрослой жизни. Мощным жизнеутверждающим финалом концерта стал танец «Морячка». Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Урупский район. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения и всего доброго!